Так, всем привет. 30 января 2020 года. Опять пеленгаз пришел. А, вспышка, да? Ну ничего, вот он дышит опять, да? Не весь дышит, но понятно, что весь он не может дышать. Вот, ну вот, например, тоже дышит. Вот. Вот так вот пришел пеленгаз. Размер тоже достойный такой. Это от кило 700 и выше. Сейчас идет на заморозку, сначала промывается, потом замораживается. Вот такой вот объем. Сколько тут? Тонны полторы где-то, да? Да, 2600. Хо-хо. Она взлит вообще, тонны полторы. Ну, прекрасно. Ну, вот он дышит, есть даже внизу, вот дышит. Вот дышит. Такой вот пеленгасик. Чу-ру-ру.